ИНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ ПОЛОНСКИЙ РОЗНИ ЧИТАЕТ ЕВГЕНИЙ БРАЗОВ-БРУШКОВСКИЙ Où est la nécessité pour la marche du monde et le progrès de la civilisation que les hommes se détestent et se déchirent? Quelle destinée, quel Satan a voulu pour l'ordre des cités et le perfectionnement des individus qu'ils ne puissent en penser agir librement les uns à côté des autres? Prodons. Не то глупца, не то врага друг в друге видит наше племя. Злость стала людям дорога, спокойно мыслить нам не время. Нам нужны факты без прикрас, мы говорим, нам нужны числа, но мы и в них не видим смысла. Урок в них скрытый не для нас застрельщики, без всякой рати, в войну играть, свое топтать. Своим задором щеголять мы рады кстати и не кстати. Так сильных мира тешим мы, слепые детские умы. Когда чередовой вопрос нам чуждый с запада заходит, Из нас какой молокосос, какой мудрец пером не водит. Заемный кипятясь враждой, мы поднимаем чуть не вой, литература колобродит. Но если жизненный вопрос, вопрос насущный мы затронем, как скоро мы его хороним без шума и гражданских слез. Одни из нас хотят застоя, доверия, полного покоя. Другие — бешеных скачков, и смутный гул идет от спора, от несмолкаемого хора в разлад поющих голосов. Завистливы, себелюбивы, то слишком скромны, то кичливы, ощупью идем в разброд, не то назад, не то вперед. Не просветила нас наука, не озарила нас любовь. И если мысль волнует кровь, от жизни в душу веет скука. Хотим успеха мы, и что ж, чужой успех нам острый нож, и уж не ждите сострадания к тому, кто гибнет. Нам не жаль безумных братьев, и едва ли нам дорого воспоминания о тех немногих, кто мечтал, любил, страдал и погибал. На все мы злы, но все выносим, и так умны что жертв не просим. Как красота не может дать кострату чаши наслаждения, и сладостного искушения не может он не проклинать, так красоты, утратив чувства, мы все косимся на искусство. Одна лишь под веселый час карикатура тешит нас. Сатирую, забитый лирик, молчи пока. Но где ж и ты, бич, зла, вреда и пустоты, Ты нами вызванный сатирик? Увы, без власти над толпой и ты поник своей главой. Толпа в чутье непогрешима, и поняла, что сгорячат. Ты все клеймил неумолимо, зла от добра не отлича. Итак, дойдем мы до могилы, ни разу не соединив свои разрозненные силы в одну мечту, в один порыв, в одно спасительное дело. Около 1870-1875 годов. Напечатано во втором томе полного собрания стихотворений Якова Петровича Полонского в пяти томах. Издание, просмотренное автором. Санкт-Петербург. Издание Маркса 1896 год.